Мы, компания Coderline, разработали и внедрили доработки конфигурации 1С зарплата и управления персоналом 8 для ООО ЗМ Москва. Род деятельности ООО ЗМ Москва – это консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Причиной автоматизации стала специфика деятельности компании ООО ЗМ Москва, так как она подразумевает задействование коммерческих агентов. Их задачи зачастую находятся за пределами офиса, а значит, нужно было разработать систему учета их занятости. Доработки программного продукта 1С зарплата и управления персоналом 8 потребовались для организации труда специалистов, которые встречаются с клиентами на их территории, выезжают в командировки и посещают собрания партнеров. В процессе автоматизации мы, как разработчик, самостоятельно придумали концепцию доработок конфигурации и воплотили ее в жизнь. Опишем автоматизацию процессов на базе программного продукта 1С зарплата и управления персоналом 8. Обновили структуру кадровой базы и определили сотрудников, которые по роду службы могут находиться вне офиса. Заполнили особые условия труда в личных карточках. Настроили взаимодействие мобильных клиентов 1С с основной системой через интернет. И создали интерактивные таблицы для фиксирования занятости коммерческих агентов. График занятости на месяц, обслуживание клиентов, поиск новых партнеров. Повседневные задачи на неделю, выполнение операций по договорам. Затраты времени в день, неделю, отметки активности по временной шкале. Разработали алгоритмы программы 1С зарплата и управление персоналом 8 для обработки полученных данных. Учет отработанного времени за месяц, учет выполненных операций в день, показатели эффективности, такие как количество новых клиентов, продление договоров, увеличение заказа и так далее. Доработали правила отправки сотрудников в длительной командировке за пределы города. Установили тарифы оплаты основных статей расходов – проезд, проживание, питание. Руководство ООО ЗМ «Москва» поблагодарило команду ООО «Coderline» за качественные доработки конфигурации, так как стали лучше контролировать удаленных работников, а большинство процессов автоматизировано.